остался сорванный, да? Не знаю. Пути следования по внешней вижу густой черный дым. Прибыли к месту вызова разведка. Открытым огнем по внешнему. Мистралки. Сюда на дорогу. Я уже вижу два. Мистрали. Вот ворота. Возьмите сразу хулиган, там походу вскрыть надо будет. Внутри есть кто-нибудь? Нет, баллонов тоже нет. Хорошо, нет. Понял. Собаки нет. Хорошо. Через гараж, ребят. Да. Ну, как же, на ту сторону надо? Да, давай. Сейчас, Денчик, дай я посмотрю. Серый, ты включайся вот сюда. Вот сюда. Так, дом кирпичный. Одноэтажный с мансардой. А, 6 на... 8. Первый этаж кирпич, мансарда деревянная. Открытый андулин. Два ствола Б. Местные сказали, что дома никого нет. Так, угроз соседнему строению, расстояние 7 метров. Все. А, горит этот мансардный этаж. Да, да, да. Водоисточники тут этот, пятерочный гидрант. Сколько метров? 200-250. Да, да, да. Ага. Перекрыть? Вот. Вадик, давление дай больше. Перекрыл? Другой ствол нужен. Бери, бери. А. Давление дай больше. Дай что-то работать, пожалуйста.
Там вроде нормально, ветер сюда. А? Да, под притушу тут. По-хорошему надо внутрь валить. Я говорю, по-хорошему надо внутрь валить. Я думал, что мы открыли дверь, открыли. А? Открыли А, штурмовку притащи. На центральное вот окошко. А? На центральное окошко. Вот сюда. Что говоришь? В окно. В окно. Давай лучше в окно. С той стороны дома первый этаж по всей. Я снимаю, там не первый, там пока это. Первый. Сейчас посмотрю. Хотя походу да. Отключайся, дуй туда. Включайся, говорю, вставай на лестницу. Включайся. Да я знаю, как это все делается, что ты. Я вот целый четвертый номер там. Там. Блин, чё? Хорош.
Thank you.
Держу. Студент магистралку тянет. Он пошел, ставить колонку и проверять, не есть ли там надо. Прикольно. Такие молодцы все. Опачка. Соседи, насколько понял, говорят, внутри никого. Серёж, все подключите, тебе сказали. Слушай, тазик спасли зато, даже не обгорел. Вадик, что там по воде? Езжай на следующий. Он у администрации справа увидит. Водоем Яндекс.Карты открой, увидишь там, сейчас скажу, подъезд к этому, к станции, в общем, сверху отсюда, он тут недалеко должен быть. Дотянет, да? А там все. Мы по максимуму сюда и дотягивали ее. Да. Сань, возьми тогда, слушай, штурмовку можешь, поставь ее сюда. Сверху? Да, ну да.
Наверх залезете, хорошо? Ух, там красота какая. Все, ты идешь, Макс. Открой эту дверку. Открыть дверку. Готов? Да. Открываю. Пусть давление больше, да. Кинь, Истерить. Что вниз, если не пошло, да. Дышай пошел? Да, следующий. Сходи, подыши. Дай. А вот не подеретесь, блядь. Я пойду по окнам. Не, я пойду. Блядь, так тащи сам. Нет, ты помогай. Нет, ты тащи сам. Не, помогай. Нет, сам. Нет, помогай. Нет, сам.